продолжает наш вечер профессионального бокса от Шама Боксинг Промоушенс. Третий поединок. 4 раунда. Первый – средний вес. Рефери в ринге Сергей Летунов. Я приглашаю боксера в синий угол. Руслан Касимов! Поединок сегодняшнего вечера. Весовая категория до 69 килограммов. Первый средний вес. И в синий угол выходит Руслан Касимов. И также у нас, друзья, запланировано в этом поединке 4 раунда. Боксера в красный угол. Боксер из города Волгоград. Гор! Туманян! А вот и оппонент Руслана Касимова. Гор Туманян выходит в красный угол. Представляю боксеров. Боксеру в синем углу 33 года, рост 169 сантиметров. Вес боксера 68 килограмм 800 грамм. Руслан Касимов! Боксер в красном углу. Из города Волгоград, представляющий бойцовский клуб «Витязь» Гор Туманян! Итак, друзья, третий поединок сегодняшнего вечера. Ивент 88-й. Дерись и побеждай. Промоутерская компания Шаму Боксинг. Гор Туманян, синий угол. Красный угол, но экипировка у Гора Туманяна вся синяя. Перчатки и шорты. И его оппонент Руслан Касимов. Соответственно, красные шорты и перчатки белые с красными вставками. Ну, думаю, разберемся. Гор Туманян сразу же занимает центр ринга. Да, и своеобразная борьба сейчас у нас именно за центр. За центр ринга. Кто его захватит, кто обозначит свое преимущество. Обратите внимание, насколько быстр Гор Туманян. Очень быстрые руки, многоударные комбинации просто вылетают в исполнении Гора Туманяна. Но Касимов темп выдерживает. Пока что выдерживает. Ну и практически с первого раунда боксеры темп взвинтили. Посмотрим, насколько их хватит. Планку подняли, но ее нужно еще и удерживать. По корпусу жестко проходит удар в исполнении Туманяна. Пока все очень конкурентно. Хорошо. Касимов подловил. Правый прямой. Не вложился в удар, но тем не менее до цели удар дошел. И удалось Касимову остановить своего оппонента. Да, вот так бросаться опрометчиво. Эй!
Продолжает Туманян атаковать, запирает в углу. Нет, удается Касимову выйти из угла, но нельзя стоять перед Туманяном без ударов. Это железное правило бокса. Левый боковой в исполнении Туманяна весьма опасен. Очень быстрые руки, в очередной раз хочу это отметить. Очень быстрые руки у Туманяна. Попадает правый боковой, вот откидывается на канаты Касимов. Да, обменялись любезностями. Ну что ж, замечательно, первый раунд мы сейчас видим. Бой достаточно конкурентный. Туманян идет вперед. И в атаке его застает сигнал о том, что первый раунд подошел к концу. Ну что ж, мы слышим, зрители в зале аплодируют. Всем понравилось и было на что посмотреть. Очень интересный бой. На мой взгляд, Туманян немного, но был получше. Порезультативнее, поточнее, поострее. Вот чисто визуально можно сказать, что его оппонент, я имею в виду оппонент Туманяна, Руслан Касимов, но он выступал как бы в роли догоняющего. Но это больше фигура речи, потому как на самом деле первым номером и активно шел вперед как раз Гор Туманян, а Касимов именно отступал. Но по факту это именно так. Ну что ж, второй раунд. Оба боксера уже обменялись любезностями. Были попадания точные у одного и у другого. И я думаю, сейчас начнется уже такая основная работа. И Туманян и Касимов уже друг друга прочитали. Неплохо дышит, мы видим второй раунд, но особо скорость и темп еще не упали. Пока что вполне себе действуют в той же скорости и в той же манере, как и начинали поединок в первом раунде. Вновь комбинация апперкот боковой. Туманян периодически ее исполняет, даже не вкладываясь в удары, просто выбрасывая эту комбинацию для того, чтобы прощупать, где есть бреши в обороне у Касимова. Касимов замечательно отработал корпусом. И вот сейчас, только сейчас Касимов ответил какой-то своей комбинацией. Она пришлась практически вся по защите, но достаточно давно мы не видели контратак в исполнении Касимова. В основном в атаке находится Туманян. Да, сложно достаточно запереть Касимову канатов. Он неплохо справляется с задачей именно выходить из угла. А сейчас замечательно отработал Туманян. И это нокдаун, а возможно и досрочная победа. Два удара по корпусу и апперкот. Но апперкот... Нет, восстановился. Восстановился Касимов. Говорит, что готов. Или нет? Нет, все-таки остановка боя. Все-таки, друзья, остановка боя. Третий раунд. И третья досрочная победа.
Вот давайте посмотрим на повторе, как это было. Да, два удара по корпусу и затем апперкот. Ну, апперкот, собственно, это уже была финальная точка в этом поединке. А именно причина остановки – это пропущенные удары. По всей видимости, левым по печени просадил. Все-таки Гор Туманян просадил своего оппонента левым по печени. И это вызвало остановку боя. Поздравляем Гора Туманяна. Красивая победа. Да и бой в целом тоже был конкурентный и интересный. Бой закончился на 2 минуте 35 секунде. Техническим нокаутом победу одержал боксер красного угла Гор Туманян!